Новые квартиры для переселенцев в городе Богодуха в Харьковской области сегодня открыли первое социальное общежитие. Многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью, 10 семей будут жить здесь бесплатно. И столько, сколько захотят, обещают чиновники. С новоселами познакомилась Анна Бравко. Ну, здесь условия получше, детям здесь хорошо. И, ну, есть где жить, есть где спать, это уже хорошо. Алена Бороденко переехала в Богодухов с семьей 4 года назад из антрацита. Без работы и с маленькими детьми на руках они долго жили в арендованной квартире. Сегодня получили свою. Конечно, тяжело. Тем более на данный момент цены не очень дешевые на жилье. Это вообще хорошо, что так получилось. Конечно, довольны. Ну, конечно, свое жилье, это же, конечно, хорошо. В социальном общежитии для переселенцев будут жить 10 семей. Платить им придется только за коммунальные услуги. Перевага была отдана многодетным семьям, пенсионерам, людям, у которых есть инвалидность. Здание бывшего диспансера перед заселением полностью отреставрировали, обставили новой мебелью и техникой. На открытии первым пускают котенка. Таких общежитий в области будет несколько, обещает губернатор. Большинство достроят уже в этом году. Допомагаємо людям. Житлова програма для переселенців діє. В Богодухівському районі завершена реконструкція будівлі для соціального житла. 10 квартир для 30 людей. Це гарна і плідна наша співпраця із німецькими партнерами і Українським фондом соціальних інвестицій. За рік плануємо по Харківській області відкрити ще 6 гуртожитків, а це 100 квартир майже для 350 людей. На Харківщині живуть около 130 тисяч переселенців. Більшість із них, по даним Мінцю, соцполитики, возвращаться обратно уже не собираются. Харківщина взагалі в лідерах по багатьох позиціях, але якщо брати цю проблему внутрішньопереміщених осіб, то дійсно Харківщина прийняла дуже багато людей, наших громадян України, які змушені були переселитися з тимчасово окупованої території, і вона їх прийняла як рідних. Такие общежития строят в Запорожской, Днепропетровской и Луганской областях. До конца года квартиры в них получат около 650 переселенцев. Из Харьковской области Анна Бравко, Игорь Лукашов. Сегодня канал «Украина».